Здравствуйте. Сегодня у нас пресс-конференция представителей Координационного совета. И наши сегодняшние спикеры – это Андрей Егоров. Добрый день, Андрей. Еще раз. Ольга Ковалькова. Добрый день, Ольга. Татьяна Маринич. Добрый день, Татьяна. И Татьяна Хомич. Добрый день, Татьяна. Технические детали. Напоминаю, что у нас доступен перевод на английский язык, и если вам удобнее слушать нас на этом языке, то, пожалуйста, выберите соответствующую звуковую дорожку. Также, если вы выберете звуковую дорожку русская, то вы будете слушать нас постоянно на белорусском или русском языках. Please select English under interpretation if needed. Пожалуйста, задавайте свои вопросы нашим спикерам в чате или можете также в чате попросить слово. Тогда мы подключим вас с микрофоном и камерой, и у вас будет возможность задать свой вопрос голосом лично. Спасибо. Ну и давайте начнем. Кто из спикеров готов сказать какое-то вступительное слово? Ольга, я вижу вашу руку, пожалуйста. Добрый день всем. Скажите, как у вас переклад есть с белорусской или с российской? Перевод есть с обоих языков, поэтому вы можете говорить на языке, на котором вам говорить более комфортно. Можете говорить на русском, можете говорить на белорусском. Okay. Привітанне ўсім. Дзякую ўсім журналістам, што прыйшлі сёння на наше мерапрыемства. Дзякую прэс-клубу за арганізацыю. Я крыху распавяду ў пачатку пра саму ідэю, прадстаўніцтва, якая ўзнікла ў КАЭСе. Координаційна рада з'являється представничим органом білоруського громадства. Уже тягом года ми разом з колегами шукаємо варіант вийти з політичного кризису, і для цього ми були створені, протягуємо цю працю. На жаль, ситуація політична в Білорусі затягнулася, і ті задачі, які від початку, мети, які від початку ставилися перед координаційною радою, це вирішення політичного кризису, це заховання суверенітету Республіки Білорусь, і заховання єдності у громадстві, це ті мети, на які ми протягуємо працювати. І у Координаційної ради є признана міжнародна суб'єктність. Ми признані як представничий орган білоруського громадства Європейським парламентом і Конгресом США. І для цього важливо так само відзначити, що інститут представництва – це інститут, який визник у гэтым ось менавіта ў гэты месяц, і ўзнік ён для таго, каб та экспертыза сябра Координаційнай рады, яна транслявалася і дапамагала як супольнасцям унутры Беларусі, так і прадстаўляла інтарэсы гэтых супольнасцяў на міжнароднай арэне. Прадстаўніцтва ў Координаційнай радзе, яно будзе ажыццяўляцца па канкрэтных пытаннях і на кірунках працы, па якіх мы абралі ўжо прадстаўнікоў. Гэты прадстаўнікі яны не ажыццяўляюць ніякіх кіраўнічых функцый у Координаційнай радзе, але яны з'яўляюцца прадстаўнікамі па канкрэтных накірунках. Сёння гэтыя накірункі – гэта бізнес і інавацыйная эканоміка. По гэтаму накірунку прадстаўніком КС з'яўляецца Татьяна Марыніч, па ўсходняму партнёрству Валеры Мацкевіч, па грамадзянскай супольнасці Андрэй Егораў, па культурнай сферы Андрэй Курэйчык, па палітычных зняволеных Татьяна Хоміч, па развіццю чалавечага капітала Вольга Кавалькова, цифравая трансфармацыя гэта Алекс Шкор, юрыспрудэнцыя гэта Міхаіл Кірылюк і спорт гэта Надзея Астапчук. Усе гэты прадстаўнікі яны былі назначаны на свае пасады пасля галасавання ў Координаційнай радзе і пасля таго, як кандыдаты прадставілі свае праграмы і планы дзеянняў па канкрэтных накірунках на пэўны перыяд. Прадстаўнікі ў Координаційнай радзе збіраюцца на 6 месяцаў і кожны месяц яны справаздачацца перад Координаційнай радай па тых накірунках, па якіх яны абраны, што было ажыццяўлено. Таксама іх праца будзе асвятляцца праз каналы Координаційнай рады. І
І усі ті дії, які будуть ажитуляцію, вони будуть транслюватися. Так само важливо тут означати, що менавіта ось гетті накірунки, про які я сказала, як висвітлилося ось тягом представлення людей у КР, вони... Ми маємо компетенції, да? Ми маємо експертизу, і тому вони зараз узніклі у пріоритеті. Але ми не виключаємо, що, може бути, крихи пізніше можуть з'явитися так само і представники по інших накірунках, і увагу, Координаційна рада, вона відкрита і для поширення, але, на жаль, ситуація в Білорусі складається зараз таким чином, що за жорстких репресій, напевно, зараз це не вельми виконально, але це так само важливо проговорить, і метою представників з'являється так само просовування і усилення позиції Координаційної ради, авторитету Білорусі у світі, у тим ліку, тому що своїми компетенціями, довіром, ці люди будуть представляти і Координаційну раду так само. І, напевно, це те, що я хотіла сказати на початку, але у кожного з представників є свій план, і сьогодні у нас не всі представники присутні на прес-конференції, але некілька з них сьогодні огучать свої плани, і тоді я передаю слово, може би, тоді ми почнемо з Тетяни Маринич, коли можна. Спасибо большое, Ольга. Да, действительно, бизнес и инновационная экономика. Как представителю Координационного совета по этому направлению, мне очень хотелось бы, чтобы голос бизнеса, который действительно впервые, может быть, за многие годы проявил себя в политической кампании 2020 года, чтобы этот голос, который вот был услышан внутри Беларуси, продолжал действительно быть услышанным и внутри, и за рубежом. Почему? Потому что на самом деле бизнес находился в Беларуси как бы вне политики. Это была такая принятая норма. Да и постоянно звучали и звучат угрозы тем бизнесам, чьи владельцы занимают политическую позицию. На самом деле демократическая норма — это иметь свое мнение, иметь политическую позицию вне зависимости от того, какая у тебя профессия, чем ты занимаешься, бизнесом или чем-то еще. От угроз лучше никто никогда себя не чувствовал. Угрозами еще никогда не была продвинута никакая инициатива, в том числе и бизнес сегодня. За счет угроз он не будет развиваться. Бизнес-сообщество, частный сектор экономики, инновационная экономика в Беларуси, в принципе, парализована. И мы знаем, что Беларусь покидают, самые талантливые покинули уже десятки тысяч IT-специалистов. Это самодостаточные люди, чьи навыки, знания востребованы на мировом рынке. И многие из них готовы помогать Беларуси участвовать в разных инициативах поддержки демократических преобразований. Мы знаем и понимаем также, что, к сожалению, люди, которые остались внутри Беларуси, они испытывают огромное количество проблем, связанных с репрессиями против политически активных предпринимателей. Да, в целом, по причине ухудшения экономического климата, бизнес-климата, да, связанного с политическим кризисом. А ведь что такое частный бизнес в Беларуси? Да, мы понимаем, что частный бизнес сегодня не имеет инфраструктуры поддержки, но это треть всех рабочих мест в стране. Только вдумайтесь, почти 1,5 миллиона человек. И мы не хотим, чтобы еще больше предпринимателей покидало Беларусь. А покидают еще раз те, у кого есть достоинство, внутренняя свобода, кто способен принимать решения и брать инициативу на себя. Я хотела бы вот воспользоваться этой пресс-конференцией и пригласить и предпринимателей, представителей бизнеса, вне зависимости от того, где они находятся, в Беларуси или за рубежом, чтобы вместе начать работу по приоритетным направлениям, которые мы действительно видим сейчас, стоят перед бизнес-сообществом Беларуси.
Я бы назвала три важнейших направления. Во-первых, это содействие в развитии альтернативной системы поддержки развития частного сектора. Просто потому что, как я уже сказала, существующая инфраструктура просто не работает, ее просто нет. И поэтому вне зависимости от того, где находится бизнес, внутри Беларуси или за рубежом, он должен понимать, где и какую помощь, в том числе финансовую, консультационную, информационную, он может получить. Второе важнейшее направление – это создание экосистемы инновационного бизнеса, потому что это основа, на самом деле это основа будущей демократической Белоруссии. Инновации, стартапы, технологии – это та основа, которая может действительно поднять белорусскую экономику в будущем. Для этого очень важно не растерять вот этот белорусский талант, который уехал, но неважно еще раз, где он находится, он нуждается в поддержке, он нуждается в новых финансовых инструментах поддержки. И мне кажется, что если вы находитесь в Калифорнии, в Европе или в Беларуси, у вас есть идеи, пожалуйста, пишите, мы готовы обсуждать открыто, публично и думать о новой Белоруссии. И в связи с этим мой третий приоритет – это новая бизнес-повестка для новой Белоруссии. Мы сегодня уже должны понимать, бизнес должен понимать, что в новой Беларуси, в демократической Беларуси будут созданы все условия для развития предпринимательства и частного сектора экономики. Просто потому что главное, что будет обеспечено, это свобода. Свобода для принятия решения и развития самых креативных проектов. Как я уже сказала, очень важно сохранить талант. И многие белорусы, IT-талант, который уехал, сегодня готовы помогать демократической Беларуси в построении и развитии новых проектов. В этой связи я хотела бы анонсировать наш новый проект. Это «Хабы солидарности». Проект, объединяющий талантливых белорусов зарубежья в разных бэкграундах, в стремлении помочь демократическим преобразованиям Беларуси. В основе этого проекта уникальная синергия потенциала тех талантов, IT-талантов с одной стороны и гражданских активистов с другой, которые хотят помочь белорусам и сегодня, и будут работать над проектами будущего на стыке технологий и социального импакта. Это проекты в сфере развития демократии, цифрового общества, образования, медицины, социальной мобилизации, которые, еще раз, будут востребованы в будущей Беларуси не меньше, чем сегодня, но, главное, помогут ускорить перемены. Первый такой хаб откроется уже в сентябре в Вильнюсе, на базе стартап-хаба «Имагуру», а в дальнейшем мы будем открывать такие хабы, я очень надеюсь, в других странах, там, где есть белорусское сообщество, там, где есть талантливые белорусы. Я хотела бы отметить, что вся эта работа невозможна без участия международного сообщества, без участия наших партнеров за рубежом. Именно поэтому я думаю, что каждый представитель, не только я как представитель по бизнесу, каждый представитель Координационного совета видит действительно важнейшей составляющей своей работы – это поддержание контактов с международными партнерами. И здесь мы представляем, еще раз, не только интересы бизнеса, но различных слоев гражданского общества, потому что среди нас есть признанные эксперты, среди членов КС, абсолютно в различных областях. Приоритетные как раз вот определены институтом представительства. И в рамках этой работы, международного сотрудничества, мы готовим первый визит делегации Координационного совета, членов президиума, представителей в Испанию, и для изучения европейского опыта, изучения опыта Испании и других европейских стран в дальнейшем. Мне кажется, что сегодня вот эта международная работа, она должна давать прежде всего позитивные сигналы самому белорусскому обществу. И одним из таких важнейших месседжей, важнейших сигналов, мы считаем, могла бы стать отмена шенгенских виз для белорусов. Это был бы очень эффективный шаг, приглашающий белорусов посетить Европу. Он помог бы упростить человеческий обмен, организацию учебных программ, развитие туризма в постковидную эпоху. Это означало бы
со стороны Европейского Союза, признание усилий белорусов, рискующих своей жизнью в борьбе за демократию, и, очевидно, ну, стало бы действительно важнейшим позитивным посланием для белорусского общества. В целом, и я надеюсь, мы сможем с нашими коллегами в Европе продолжить этот диалог. Спасибо большое, буду рада ответить на ваши вопросы более подробно, а сейчас передаю слово коллегам. А может быть, тогда Андрей, тебе слово. Добрый день. Я бы хотел сказать несколько слов относительно состояния положения гражданского общества в Беларуси, которое сегодня подвергается атаке со стороны государства. Насколько нам сегодня известно, в Беларуси ликвидированы или находятся в стадии ликвидации только по открытым источникам 186 организаций гражданского общества. Это самая массовая зачистка гражданского общества с 1999 года, когда государство также устраивало массовую перерегистрацию общественных организаций и массово ликвидировало десятки из них. Возможно, даже по своим масштабам и жесткости репрессии, когда люди подвергаются не только тому, что их организации ликвидируют, но и обыскам, уголовному преследованию, допросам и так далее. Эту ситуацию еще можно считать беспрецедентной и самой жесткой атакой на за всю историю существования Единой Беларуси. Однако здесь мы должны понимать, что гражданское общество это не только те организации, которые сегодня преследуются. То есть само гражданское общество, если мы берем даже сектор организованных инициатив, сектор тех организаций, которые в Беларуси существуют, они куда более многочисленные, чем те, которые попали под зачистку. Можно говорить, что в целом общественный сектор Беларуси – это 2-3 тысячи организаций, существующих в самых различных формах. Мы можем говорить о зарегистрированных в Беларуси организациях, зарегистрированных организациях за рубежом, зарегистрированных в форме общественных организаций, зарегистрированных в форме учреждений. Мы можем говорить о незарегистрированных вообще организациях, которые существуют в Беларуси. Поэтому, как бы, когда мы смотрим только на ликвидацию того, что происходит, и, безусловно, это важно, мы не видим целиком всю картину. Поэтому эта атака, это, безусловно, очень сложное положение для гражданского общества, но это не разгром гражданского общества. Гражданское общество переживет эту атаку, и я надеюсь увидеть из нее гораздо более сильным, чем было. Более того, я хочу подчеркнуть, что гражданское общество Беларуси по-прежнему переживает подъем, который был связан с волной общественной мобилизации 2020 года. В 2020 году в гражданское общество Беларуси пришли сотни тысяч, если не миллионы новых людей, которые присоединились к различного рода инициативам и действиям. Сегодня они продолжают существовать и оформляться в инициативы на местном уровне, профессиональные инициативы, неформальные сообщества и так далее. Это все существенно обогатило сектор гражданского общества Беларуси, и это продолжит свое существование, хотело бы этого белорусское государство или нет. Еще один аспект того, что сегодня атака на гражданское общество и закрытие организаций касается не только публичного сектора, но и индивидуальных граждан. То есть сегодня репрессивные практики белорусского государства переходят с уровня публичности, атаки организаций, инициатив на индивидуальный уровень. То есть белорусское государство практически совершает интервенцию в приватную, частную жизнь людей, вламываясь в квартиры людей, арестовывая людей во время того, когда они собираются праздновать день рождения, например, как это
Эрдоганов вторгается в зону белорусского просто мышления и идей, которые высказываются, арестовывая, например, представителей фабрик мысли, таких как Татьяна Кузина, таких как Валерия Костюгова. Они держат сегодня в тюрьме фактически за инакомыслие и высказывание про политических идей белорусского философа и методолога Владимира Мацкевича. И это роднит белорусский политический режим в его состоянии 2021 года с самыми жесткими тоталитарными режимами, которые существовали в 20 веке, как коммунистический и фашистский режим. И в завершение я хочу сказать, что единственным способом преодоления сегодня этого кризиса является как раз установка и акцент на развитие гражданского общества, на развитие его субъективации и авторизации. Потому что если мы можем рассчитывать на какое-то лучшее будущее для нашей страны, то это лучшее будущее сегодня делается руками, умами и совестью людей, которые сегодня представляют гражданское общество Беларуси. Спасибо. Спасибо, Андрей. Да, тогда зараз еще слово Татьяне. Татьяна Хомич. Добрый день, меня зовут Татьяна Хомич. Я представитель штаба Виктора Бабарика, сестра Марии Колесниковой, политзаключенной, узника совести. И также члена Президиума Организационного совета, который уже почти год находится в заключении. Я хотела бы начать с того, что на сегодняшний день в Беларуси 652 политзаключенных, и их количество продолжает расти. И в целом эта цифра на самом деле не отражает реальное количество политически мотивированных уголовных дел. Известно, что их на самом деле около 1000, возможно, даже и больше. И политзаключенные появляются каждый день все новые и новые. То есть это все вновь задержанные люди, которые лишены свободы из-за своей активной деятельности. И в условиях сейчас, когда не работают законы, не работают международные правовые механизмы, и внутри Беларуси любая активность, не то чтобы политическая, а любая гражданская активность, даже ведение бизнеса становится невозможными. И походы в суд, встречи политзаключенных из СИЗО, оборачиваются арестами. Сейчас важно максимально использовать внимание и поддержку международного сообщества. В рамках своей деятельности по Марии Колесниковой уже год я работаю в нескольких направлениях и считаю, что очень важно сейчас эти направления как раз развивать и для остальных, для всех политзаключенных, потому что эта цифра, она ужасающая. Какие направления работы я вижу? То, что я уже делаю и планирую делать. Это информирование международных организаций и политических институтов о ситуации с политзаключенными в Беларуси. По этому направлению ведется несколько разных есть действий. Это взаимодействие, информирование международных организаций, отчеты правозащитной организации. Это выступление в парламенте других стран, в Европарламенте для информирования политиков и работа с адвокатскими сообществами о давлении, преследовании адвокатов, лишении их лицензий. Почему это важно? Потому что давление на адвокатов – это лишение политзаключенных возможности защиты. А для многих близких это еще и единственная возможность общения, хоть какой-то иметь связь с политзаключенными. Второе направление – это публичная адвокация политзаключенных и такой проект, как «Крестный для каждого политзаключенного». Сейчас уже существует инициатива «Get Parents». Она была создана не нами, правозащитной организацией из Германии и Швейцарии. Когда политики берут шествие над политическими заключенными, сейчас около 200 политиков активно участвуют. И совместно с этим проектом мы уже запускали кампанию под названием «Кто-то не видит политзаключенных, мы покажем», когда политики говорили о политзаключенных, о своих подопечных. Что такое крестный? Да? Это адвокат, это публичное лицо, который говорит за политзаключенного,
который является его голосом из тюрьмы в этом мире. И такой, такой голос должен быть на самом деле у каждого. При этом, как родственник, как сестра политзаключенной, я знаю, насколько важно иметь моральную поддержку. Да, и мы хотим развивать это направление также, чтобы публичные личности, политические деятели более активно из других стран, более активно общались с родными политзаключенных, поддерживали их, помогали им. И как раз об этой моральной поддержке, конечно, не нужно забывать, ее нельзя недооценивать. Мы также планируем активно привлекать диаспоры. Они сейчас делают огромную работу в разных странах. И как раз здесь они могут нам помочь сделать этот такой проект, это направление более масштабным в каждой из стран. В рамках вот этого такой публичных кампаний мы также видим, я вижу, проведение участия культурных мероприятий в разных странах с целью информирования ситуации в Беларуси и тоже поддержки политзаключенных. Уже сейчас мы запустили проект, такую инициативу совместно с белорусскими музыкантами, она называется «Music for Belarus», в рамках которой музыканты во время концертов в разных странах Европы рассказывают о политзаключенных. Уже прошли концерты в Германии, в Италии, в Голландии, в Украине. В этом случае культура, музыка – это тоже язык, способ рассказать, достучаться до людей в разных странах. А для музыкантов, и белорусских музыкантов, которых на самом деле очень много по всему миру, это тоже возможность помочь, поддержать политзаключенных, поддержать белорусов, внести свой вклад. Как я уже сказала, да, сейчас огромную работу ведут диаспоры, команды политзекми, диссидент БАИ, фонд СДЖ и многие другие. И, конечно, и участие, сотрудничество с Координационным советом, да, позволяет, и мандат Координационного совета, в свою очередь, позволит более эффективно коммуницировать с нашими и зарубежными партнерами и усиливать координацию внутри других инициатив. И я уверена, что вместе мы сможем сделать намного больше. Спасибо большое. Спасибо, Татьяна. Может быть, я тоже еще несколько тогда таких завершающих слов скажу. Координационный совет, он всегда был нацелен в первую очередь на работу внутри страны, на Беларусь. И большинство членов Координационного совета продолжают находиться внутри страны. Мы продолжаем искать формы работы, которые помогали бы, которые могли бы быть осуществимы внутри Беларуси. И вы знаете, что Координационным советом вместе с другими демократическими силами и субъектами была принята стратегия, которую мы совместно продолжаем реализовывать. Мы очень плотно координируемся с остальными субъектами, с офисом Светланы Тихановской, и с НАУ, и с политическими субъектами, и с гражданским обществом, гражданскими организациями. И важно, что мы вместе реализуем эту стратегию и ищем эти формы работы. Но также сейчас одним из важных направлений мы считаем как раз-таки работу с международными партнерами. В Координационном совете сейчас принята в том числе и международная стратегия, которую мы также планируем реализовывать. И надо сказать, что, на мой взгляд, не хватает голоса белорусов, такого представительного, в том числе перед международными партнерами, чтобы видели нашу экспертизу, чтобы видели, насколько мы талантливы, чтобы видели и знали, что мы знаем, куда идти, чтобы брать опыт, который есть уже у других стран по таким трансформационным процессам, по уже тому опыту, который был у других стран, чтобы налаживать процессы и там, укреплять демократию в своих странах. И институт представительства, он создан как раз для того, чтобы дать больше полномочий и свободы конкретным компетентным людям продвигать белорусскую повестку, чтобы собирать информацию от сообществ, которые они представляют, и фиксировать, и видеть, где нужна помощь, и как нужно развивать эти направления и развивать сотрудничество с международными партнерами.
и обеспечивать и усилять вот эти связи. Я в рамках работы представителей мы планируем, что у нас будут открытые дискуссии по разным направлениям, аналитические материалы и международные конференции, поддержка, которую мы можем оказать тем сообществам, которые представляют представители. И здесь я немножко отмечу еще направление, которое, например, в дополнение к тому, чем я занимаюсь в Координационном совете, важно мне, это развитие человеческого капитала. Я считаю, что в Беларуси огромное количество людей, и белорусы сами по себе очень профессионально интеллигентные. 2020 год он очень показал, что мы обладаем, белорусы обладают невероятным потенциалом и солидарности, и инновационными идеями, которые можно реализовывать в различных секторах. Сейчас мы видим в том числе большой уровень миграции активистов и людей с активной гражданской позицией, среднего класса в страны Европейского Союза и в другие страны. И задача как раз повысить квалификации, компетенции членов и Координационного совета, и расширенного состава, и активистов, которые присоединились к движению в 2020 году и находятся как внутри Беларуси, так и за границей, для того, чтобы они получили новые знания, как работать для изменений и построения новой демократической Беларуси. К сожалению, мы не победили одномоментно в 2020 году, сейчас мы находимся в процессе. Координационный совет участвует во всех инициативах, и мы также ищем возможности для политических действий, и то, что может также повлиять серьезно на изменения в стране. Но также мы понимаем, что есть и более стратегические, долгосрочные направления работы, в том числе это вот образовательный аспект. И здесь важно как раз организовывать образовательные программы по вовлечению белорусов в гражданскую и политическую активность, лоббировать поддержку этих программ на политическом уровне, в том числе и перед международными партнерами, и организовывать площадки для общения, обучения, встреч профессионалов разных сфер. Вот сегодня Татьяна Маринич уже говорила о идее, которая уже реализовывается, это создание таких хабов солидарности, запуск которых планируется там в Литве, Польше и в перспективе в Украине, там, где сейчас большое скопление белорусов, для того, чтобы эти люди оставались в фокусе своей страны, для того, чтобы они делали проекты для Беларуси и учились новой культуре и тому опыту, который есть, в том числе у стран-соседей по демократизации, потому что для меня вот хорошим примером является ситуация в Украине, когда после событий 2014 года очень много экспертов из Польши и Европейского Союза уехали туда организовывать демократические процессы и налаживать работу. Очень важно, чтобы те белорусы, которые имеют возможность сейчас получить новые компетенции в Европейском Союзе, вернулись в Беларусь и сами строили свою страну. Я думаю, что во многом Беларусь для сегодняшнего мира будет впоследствии и примером вот такого как раз талантливых и миролюбивых изменений. И мы, конечно, все будем прикладывать и прикладываем максимум усилий весь этот год, все члены Координационного совета, для того, чтобы эти изменения происходили. Но это процесс, он не дается просто, и мы должны не останавливаться и идти. Для этого мы ищем новые формы работы, для того, чтобы как раз и держать Беларусь в повестке и других стран. Спасибо, и если есть вопросы, мы на них с удовольствием ответим. Да, спасибо большое. Напоминаю, что вопросы вы можете задавать в чате, можете также в чате попросить слово, мы подключим вас вживую. Вот первый вопрос из чата. Питання. Чим принципово отрознивается Институт представников Координаційної Ради от кабинета представников офиса Светланы Тихановской? Дякую. Дякую за питання. Насамрэч, не хочеться шукати адрозненні, бо всі ми працюємо на адзіную мету, гэта демократична Беларусь. Напевно, такое, ну, не ведаю, ці адрозненні гэта. Я бачу, що представники Координаційної Ради, коли Координаційна Рада – гэта представніший орган беларускага громадства, то представники Координаційної Ради – гэта представники тих супольностей, з яких яны самі паходзяць і які представляють. І менавіта з усёй супольностю працюють представники. Я думаю, що тут
улічваючы невялікі менеджерскі патэнцыял, які ёсць у нас і офіса, і я бачу, што яго недахоп, я думаю, што нават прадстаўніку каардынацыйнай рады не хопіць для таго, каб усе магчымасці для данесення павесткі Беларусі мы змаглі скарыстаць. Таму я думаю, што гэта будзе дапамога ўсім тым ўжо прадстаўнікам, якія працуюць над самі накірункамі. Дзякую. Спасибо. Хотел бы дать слово Камилу Клысинскому. Камил, пожалуйста, ваш вопрос или комментарий. Спасибо большое, добрый день. У меня такой вопрос. Тоже хотел бы продолжить эту тему разных структур политической диаспоры белорусов за рубежом в Вильнюсе, в Варшаве, в других столицах. Вы не опасаетесь, что ваши планы, ваши стратегии, они будут дублировать друг друга? Усилия штаба офиса Светланы Тихановской, тоже работу НАУ в Варшаве. А если даже по содержанию не будут дублировать, будет возникать такое впечатление у ваших западных партнеров, что вы не координируете друг с другом, и будет тоже такое непонимание, кто на самом деле представляет Беларусь, свободное движение, движение оппонентов Александра Лукашенко. И я бы хотел обратить на это внимание, потому что структура политической диаспоры на данный момент, имею в виду, конечно, политическую диаспору Беларуси, белорусов, она становится непонятной даже для экспертов по Беларуси с большим опытом, таких как я. А что мы можем сказать про политиков, про западных политиков, которые не занимаются ежедневно Белоруссией и которые вдруг будут спрашивать, а кто отвечает за борьбу с Александром Лукашенко? Спасибо. Андрей, я смотрю, у тебя рука. Да, я бы хотел ответить. Но, спасибо за как бы это замечание. Мне бы, наверное, хотелось бы даже, чтобы такого рода замечания все структуры, которые сегодня претендуют на представительство и лидерство в белорусском демократическом движении, получали такие вопросы и замечания и со стороны белорусских граждан, и их инициатив, и со стороны наших внешних партнеров. Потому что она характеризует как бы один из таких значимых процессов, это ну, вот вопрос там, единства как бы, и консолидации этих сил друг с другом, наличие общих стратегических программ, как бы, перспектив развития. На этот вопрос совершенно ясно и точно как бы, нужно отвечать в понятных формах. И с этим у нас ну, имеются некоторые там, вопросы и проблемы, потому что я могу вас заверить, что главная сила сегодня по-прежнему, как это и было с момента образования Координационного совета, это Светлана Тихановская и офис, это Координационный совет, который не является структурой белорусской диаспоры, ни в коем случае как бы, объединяет людей как бы, и в Беларуси, те, которые были вынуждены уехать по как бы, разным причинам, но как бы, люди в Беларуси в Координационном совете продолжают быть. Это НАУ, как бы, это как бы, часть там, политических штабов, например, как партия «Разум», как бы, штаб Виктора Бабарыка, ну и некоторые там, менее значимые структуры, которые входят в систему общей коммуникации от имени белорусского движения. Вот, поэтому вот такая структура сейчас есть. К сожалению, мы не можем указать на какой-то единый, вот, единственный орган и сказать, что вот это самый главный орган, который возглавляет все и координирует все и всем дает распоряжение. Такого нету. Есть система сложной коммуникации между этими органами, но координация между ними существует. Я бы, конечно, хотел больше централизации и единства, но пока ничем не могу в этом направлении там, порадовать. Придется аналитикам разбираться. Я, наверное, здесь добавлю, что на самом деле в политической сфере всегда есть многообразие. Мы всегда имеем, мы можем иметь разные позиции, да, но мы идем к одной цели.
Может быть, у нас тактические действия могут отличаться, но скажу, например, про координационный совет. Координационный совет для меня это в том числе и площадка для координации всех политических сил, поскольку представители разных политических субъектов, и в том числе тех, о которых сказал Андрей, они все входят в координационный совет, и все инициативы или идеи, которые возникают у нас, мы стараемся координировать и, если возможно, присоединяться к этим инициативам, оценивая риски. Например, координационный совет не всегда может присоединиться к каким-то активным там, или более радикальным инициативам, поскольку большинство членов координационного совета находятся внутри страны сегодня, и учитывая репрессии, мы не всегда, может быть, можем там, быть жесткими в своих высказываниях, хотя мы стараемся это тоже делать и давать свою оценку тому, что происходит. И, на мой взгляд, нам есть что улучшать, это точно, как сказал Андрей, но мне кажется, очень хорошо нам дается координация вот вокруг конкретных действий. То есть, если мы видим конкретные действия, конкретную кампанию, то и здесь понятно, как координироваться, хотя я думаю, что мы будем стараться это в том числе улучшать. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, Светлана Мацкевич. Добрый день, коллеги. У меня вопрос к координационному совету всему. Скажите, пожалуйста, вот вы периодически ссылаетесь на некую повестку. Какова на данный момент сейчас актуальная повестка? И гражданское общество в соответствии с этим, на какое ближайшее, так скажем, событие, которое нас может приближать к победе, должно смотреть и объединяться? Под что? Я не знаю, я правильно задала, ну, то есть понятно задала вопрос или нет? То есть какая повестка? Или в частности, если конкретно, да, то как координационный совет будет реагировать на предполагаемый референдум и предложения новых конституций и так далее и тому подобное? Спасибо. Кто ответит? Андрей, может быть, ты или я? Как ты? Давай, ладно, хорошо. Я начну. На самом деле, хороший вопрос. Я могу, наверное, признать, что не всегда мы можем сами задавать повестку в той ситуации, которая есть сейчас, но действительно есть процесс, есть референдум. У нас уже было несколько зумов между всеми субъектами, и мы сейчас ведем как раз-таки, пытаемся выработать позицию или разные сценарии развития событий, которые могут быть в связи с вынесенными Александром Лукашенко предложениями. Вы знаете, что мы запускали свою кампанию, и она до сих пор еще продолжается по Конституции. Она на самом деле для белорусов, на мой взгляд, достаточно, как показал опыт, сложная. Но что касается референдума, то эта коммуникация есть, и мы сейчас вырабатываем как раз такое, может быть, политические требования, при которых, на наш взгляд, референдум мог бы состояться. И я думаю, что это будет публично, опубличено. И про повестку, если говорить о политических событиях, то то, что есть на календаре, это референдум, возможно, мы не знаем его точную дату, выборы в местные советы и в парламент в 2023 году, это то, что точно произойдет. Это не означает, что мы ориентируемся только на эти события, но, честно скажу, в, наверное, ближайшие там, несколько месяцев я пока не вижу сильного политического действия, которое можно было бы предпринять для того, чтобы как-то серьезно изменить ход ситуации. Однако это не исключает, что может что-то появиться, и мы координируемся и готовимся к таким действиям в том числе. Спасибо. Сложный вопрос, потому что, мне кажется, на него нет легкого ответа, потому что есть, конечно, у всех ощущение, что мы находимся в процессе изменений, и сейчас такая ситуация достаточно репрессивная, и в ситуации, когда ни с той, ни с другой стороны никто не готов идти на уступки, пока сложно что-либо говорить. Однако, кстати, еще важно сказать, что
сейчас, в конце года, как раз санкции, которые были введены против Беларуси несколькими пакетами, в том числе американские, они, скорее всего, дадут самый такой серьезный эффект экономический, и ближайшие полгода, где-то я могу предположить с конца года и еще полгода, это будет момент, когда возможно переговорная повестка, возможно давление и, возможно, со стороны режима какие-то уступки. Дальше, мне кажется, еще через полгода после того, как режим привыкнет уже к введенным санкциям, это опять-таки моя позиция, будет сложнее предпринимать какие-либо действия. Спасибо. Вопрос от офиса члена Европейского парламента Петраса Аустрявичуса. Первый вопрос. Не могли бы вы повторить, как упомянутые вами представители были назначены? И второй вопрос. Значит ли это, что это новый состав Координационного совета, и значит ли это, что предыдущие члены больше не являются частью Координационного совета? Андрей Егоров, пожалуйста. Нет, все члены Координационного совета, которые были раньше, сохраняют свое членство. Но поскольку для нас ряд вопросов сейчас является довольно важным, мы назначили спикеров как представителей по определенным темам и вопросам. То есть это публичный голос всех членов и всего Координационного совета по этим вопросам. Все представители являются членами Координационного совета, которые были выбраны или утверждены общим голосованием Координационного совета. После представления их планов и программ, которые они планируют реализовывать. То есть мы голосовали за человека с программой действий. Спасибо. Татьяна Марьевич, вы хотите добавить что-то по этому вопросу? Да, мне просто кажется важным сделать акцент, что представители не назначаются в данном случае, а выбираются. Так это и было сделано. Представители выбраны, а не назначены. Спасибо. Хочу передать слово Татьяне Щитцовой. Татьяна, пожалуйста. Добрый день, коллеги. Меня слышно? Да? Хорошо, спасибо. Спасибо большое за выступление новых представителей. Я хотела бы продолжить такую дискуссию, обмен мнениями между вопрос Камилы и ответ Андрея Егорова. Мне кажется, это такой комментарий, вопрос с моей стороны, может быть, предложение отчасти. Мне кажется, что такая децентрализация, наличие разных центров по выдвижению каких-то инициатив, по работе вообще, может быть и сильной, и слабой стороной. Мне кажется, сильной стороной это могло бы быть в том случае, если бы каждая из таких новых центров по координации какой-то деятельности со своими планами и проектами. Координационный совет, новый состав представителей, кабинет Светланы Тихановской и НАУ, возможно, еще какие-то площадки. Если бы каждый из этих центров отчетливо прописал обозначил свой профиль, что-то такое, что может делать только эта площадка, какую-то специфику, которая привносит только этот центр, что-то, что определяет и специфику, и конкретность задач, и может тогда поспособствовать тому, чтобы между этими разными центрами выстроилась какая-то осмысленная, рациональная координация. И в таком случае, если это будет четко обозначено, как эти разные центры дополняют и помогают друг другу, было бы хорошо, если бы на новом этапе, я по поводу нового этапа, может быть, еще отдельно скажу пару слов, если бы сейчас эти разные центры, может быть, раз в месяц проводили какую-то также на виртуальной площадке совместную встречу с такой общей координацией. Это было бы какое-то, может быть, попыткой не то чтобы достижения централизации в строгом смысле, или в таком классическом смысле, но достижения некоторого единства, в том числе единства по повестке.
Видите ли вы такую возможность? Я знаю, что недавно я сама подключалась к такой встрече. Кабинет Светланы Тихановской, ну, в связи с годом, организовывал возможность для разных, для самых разных представителей демократических сил, я тоже себя к ним отношу, вот, подключиться к такому разговору, но это был именно кабинет Светланы Тихановской. Так вот, чтобы раз в месяц, например, это может быть какая-то другая периодичность, эти разные центры встречались для открытого согласования повестки, направления движения и обозначения того, что было сделано специфически каждым вот этим центром. И чтобы доступ к этому конференции, ну, также тоже имели различные люди, которые... Я понимаю, здесь есть вопросы безопасности, но уверена, как-то это можно организовать. Вот. Мне кажется, сейчас это, ну, просто критически необходимо. Когда я сказала о новом этапе, у меня есть ощущение, я могу заблуждаться, что какой-то произошел перелом, происходит перелом такого рода, что мы какое-то время, ну, в первую очередь, вот, Координационный совет, штаб Светланы Тихановской НАУ и так далее, ну, вот, ключевые ведущие силы, все-таки двигались с таким пониманием, что... Ну, преимущественно ориентировались на какой-то краткосрочный сценарий. То есть мы, движение осуществлялось в такой перспективе, что ну вот еще полгода, ну вот еще два месяца, ну вот еще год, ну вот еще полтора. То есть двигались на волне революционного прорыва августа. Вот. Но сейчас прошел год, вот у меня такое ощущение, что действительно нужно выстраивать такую стратегию, тактику, ориентируясь, ну, на какой-то период. Ну, дай бог, это не опыт солидарности, но никто не знает. Ну, Татьяна, должны... спасибо, да, вы вас поняли. Да, у нас ограничено по времени, давайте тогда позволим спикерам ответить. Да, Андрей, пожалуйста, я вижу от вас спасибо. Руку, пожалуйста. Угу. Во-первых, регулярная коммуникация... идет. То есть она никогда не прекращалась. То есть там, августа после завершения кампании вновь там, образовывавшиеся структуры, они всегда находились в ситуации коммуникации. Насколько я знаю, эта коммуникация продолжается регулярно. Это, она не простая. Не хочу сказать, что как это, она совершенно гладко во всех отношениях идет. Как бы там есть свои сложности и напряжения. Иногда получается договариваться, и как бы иногда нет. Но она есть. Это первое. Второе. Проблема с общей долгосрочной стратегией стоит давно. И в момент вот этих полугодовых, как бы, того, как ситуация стала более долгосрочной. И мне кажется, что как бы выход на нее возможен не через серию таких регулярных консультаций, а через все-таки сначала публичное декларирование неких стратегических целей и единства с механизмами публичной ответственности и как бы публичной взятия на себя обязательств. Вроде как бы того, что предлагал Владимир Мацкевич, еще будучи на свободе, в мае этого года, говоря о меморандуме, о взаимопонимании различных сил, которые они должны были публично подписать и продекларировать свои взаимные обязанности. Да? Как бы, и вот после этого тогда, как бы, если появляется структура обязанностей и структура некой ответственности, взаимно, тогда мы можем ответственно подходить к разработке каких-то совместных планов. Вот, мне кажется, такая логика была бы более правильной здесь, потому что сами по себе консультации, к сожалению, не решают вопросы стратегирования. Это и последний момент, который я хотел бы подчеркнуть, что, конечно, стратегическая работа сегодня в условиях очень высокой неопределенности как бы требует, ну, конечно, специальной как бы, ну, организации самого процесса стратегирования. То есть недостаточно продекларировать как бы, единство, недостаточно иметь форму регулярной коммуникации, нужен особый процесс с вовлечением экспертов, различных стейкхолдеров, который бы позволял простроить более-менее долгосрочную стратегию. Мы это, как вот команда, которую я принадлежу, делаем в режиме организационной деятельности игр. Как бы, возможно, существуют какие-то другие режимы такой работы, которые имеют дело другие люди.
Но вот это, мне кажется, три вещи, которые нужно, чтобы они все вместе сегодня были для появления того, о чем вы говорите. Я хотела немножко еще добавить, буквально одну минутку. На самом деле слово «координационный» в его названии уже содержится слово, про которое мы много сегодня говорим, это координация. И, конечно, у нас есть еженедельные зумы и с офисом, и постоянные коммуникации с другими субъектами, и всего КС-а, и отдельных лидеров координационного совета. Поэтому мне кажется, что там, где мы можем, мы постоянно коммуникуем, и где мы можем совместно действовать, мы всегда это делаем. Совместная встреча, о которой вы упомянули, если это встреча, которая была 10 числа, после, на следующий день после выборов, было несколько зумов, таких открытых, это была моя идея. И на этих зумах присутствовал не только офис, представители НАО, представители координационного совета. И действительно, это очень хорошая была идея, она была хорошо реализована, и был хороший отклик у людей, потому что они фактически могли сами встретиться с теми людьми. И ну, достаточно открытый формат, и открытости, мне кажется, не хватает. Поэтому мы в своей деятельности сейчас думаем над открытыми форматами работы, чтобы больше показывать деятельность, которую мы проводим, и как бы делаем выводы из прошлого, может быть, своей работы, что не всегда то, что мы делаем, можно было показать людям. И тут я соглашусь с Андреем по поводу стратегирования. Все-таки стратегия – это долгосрочный документ, когда много неопределенных вещей, оно достаточно быстро может меняться, но мы всегда думаем, что можно делать и в ближайший период, но не нужно забывать и каких-то таких долгосрочных вещах, которые тоже нужно кому-то делать. Да? Не всем нужно думать над тактическими действиями, поэтому мне кажется, что мы все друг друга дополняем здесь. Я вижу, что еще Татьяна хотела добавить. Да, я, может быть, обратила бы внимание на тоже важный аспект. Вы упомянули об этом как одна из опций о том, что каждый из субъектов имел бы определенную специфику, функцию и так далее. На мой взгляд, такое разделение функциональное или секторальное, или стратегическое, скорее всего, не даст нам нужных результатов, потому что скорее оно будет вести к разъединению, нежели к объединению. Все-таки действительно вопросы есть, вопросы координации есть, и лучше всего они решаются, когда мы вместе работаем над конкретной задачей, когда мы вместе занимаемся одним делом. Вот объединение происходит вокруг дел, нежели гораздо более эффективно, чем вокруг меморандумов. Меморандум можно подписать, и мы действительно работали над приоритетами и стратегическими задачами. Я бы не сказала, что на краткосрочный период для себя мы определяли этот период как среднесрочный, и у всех субъектов есть, ну, все пришли к единому мнению, да, одобрили эту стратегию. Но реальное объединение происходит вокруг действий. И вот когда выработаны приоритеты, и все субъекты объединяются, и вот тогда на деле происходит эта координация. Мне кажется, это очень важно, и не стоит делить и наделять отдельные субъекты отдельными функциями. Спасибо. Спасибо. И у нас заканчивается время. Я думаю, что последний вопрос тогда я задам. Владислав Гюнтер, Civic Belarus. Вопрос. Как вы думаете, как можно эффективно поддерживать гражданское общество и гражданский активизм в Беларуси сегодня в атмосфере страха и ликвидации или изгнания гражданских инициатив и признания их де-факто незаконными? Можно я, поскольку вопрос касается как раз гражданских инициатив и гражданского общества, как бы отвечу. Тезис первый. Большинство людей, которые участвовали в деятельности организации гражданского общества, они остаются в Беларуси и продолжают действовать. Если вы заметите, то что практически все организации, которые публично действовали после того, как их официально ликвидировали, заявили о продолжении своей деятельности. Второй момент. В Беларуси всегда существовали большое число организаций, которые никогда не были зарегистрированы и вели свою деятельность. Классический пример – правозащитная организация «Весна», которая, несмотря на, как бы, на все репрессии, все эти годы ликвидацию в 2003 году, продолжала активно действовать и продолжает действовать сегодня. Слухи о смерти гражданского общества в Беларуси существенно преувеличены.
оно будет продолжать свою активность, как бы свое развитие, несмотря на такие условия, которые создаются этим режимом. Просто необходимо сегодня искать новые формы и новые решения в этой ситуации. Спасибо. Татьяна, пожалуйста. Татьяна Хомич. Да, я тоже хотела добавить именно по этому вопросу, что действительно сейчас любая публичная активность, да, в Беларуси уже не связана с политикой, она становится опасной и преследуются элементарные люди, которые могут пойти на суд, принести передачу, они могут быть арестованы и отправлены на сутки, на 14, на 30 дней. Но действительно вот эта форма, формат, он поменялся. Потому что у людей остается запрос на перемены, запрос на изменения, и этот год нам показал, что открыл в нас самих, да, и в белорусах, вот эту солидарность, и, наверное, никогда не было такого числа активных людей, волонтеров, которые каждый день делают какие-то маленькие вещи, они знают, зачем они это делают, они делают это очень активно, они делают это не публично. И могу сказать, как на примере, да, то есть в том числе и с нашими проектами штаба Барика, мы хотели регистрировать партию, но не получилось. А люди при этом все равно говорят, что давайте, мы будем что-то делать. То же самое с Политзеком и со многими другими инициативами. Это сотни волонтеров, тысячи, которые приходят постоянно, готовы активно участвовать, помогать. Все, что угодно, любая вообще элементарная активность. И в этом плане я бы даже, наверное, сказала, да, конечно, людям очень страшно, но они все равно продолжают это делать, активно участвовать. Ну, я одну только фразу добавлю, что для того, чтобы помочь, вот то, что реально, на мой взгляд, нужно, чтобы помочь сохранить гражданскому сектору, политическому сектору, это релокация, обеспечить релокацию менеджеров этих организаций для того, чтобы на вот этот период жестких репрессий организации сохранились, и когда ситуация улучшится, менеджеры смогли вернуться и продолжать свою работу в Беларуси. Большое спасибо. Спасибо спикерам, спасибо всем участникам. Для тех, кто смотрел эту трансляцию на YouTube, подписывайтесь, ставьте лайки. И до новых встреч. Дякую всем, дякую пресс-клубу, коллегам. Доброго дня. Спасибо. До свидания. До свидания, спасибо.